Время в пути. Красная площадь. Я видел много площадей на земле. Красная площадь в Москве имеет неповторимую красоту, строгость, своеобразие. Допускаю, также могут сказать жители других городов. Сыновние чувства в сторону не откинешь. Но даже строго приглушив его, стоишь на своем. Неповторимая на земле площадь. А что касается сыновнего чувства, то оно питается не только красотою в сказку сплетенных камней собора, гордостью башенных шпилей и строгостью мавзолея, ритмом кирпичных зубцов на стене и красным светом башенных звезд. На площади живет время. Заметить, как течет время, нельзя даже тут, на площади, под большим кругом золоченых часов. Человеческий глаз не может уловить движение стрелок, не может заметить, как растут ели у кремлевской стены. Но мы чувствуем здесь время, глубину времени. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени. Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.